Приветствую всех. Сегодня хочу представить вашему вниманию плату управления светящихся проводов Hextronic Glowware. Плата немножко изменилась, в отличие от фотографий на сайте представленных. Но функционал остался тот же самый. Немного о плате. Напряжение питания платы от 5 до 8 вольт. В принципе, можно запитаться от свободного канала приемника. При более высоком напряжении нужно устанавливать джампер в нужном положении. Плата имеет несколько режимов работы. Это постоянное свечение, мерцание и выключено. Этими режимами можно управлять при помощи кнопки на плате. И провода с коннектором для подключения светящихся проводов. К сожалению, ассортимент небольшой, но при желании в интернете можно найти любых размеров, любых цветов. Как написано в описании на Parkfire, обязательно нужно подключать пару светящихся проводов. В противном случае возможно выход из строя самой платы управления. Как это работает? Покажу один из вариантов подключения. В качестве источника питания мы будем использовать 5-вольтовый ИБЭК, запитанный от 2S литий-полимерного аккумулятора. И, соответственно, нам понадобятся светящиеся провода. Я приобрел оранжевый и светло-зеленый, хотя свечение светло-зеленого больше напоминает ярко-голубой. Последовательность подключения. Сначала мы подключаем сами провода светящиеся. Затем подключаем источник питания. Сейчас я перемещусь в более темное место и продемонстрирую, как это работает. Нажимаем на кнопку управления. Постоянно светится, мерцает и выключено. И теперь в темноте. Благодарю за внимание. Всем удачных полетов и ночных тоже.